В Архангельске проходит региональный этап президентских состязаний. 72 школьника из разных районов соревнуются в знаниях и спорте. Победители представят Архангельскую область на всероссийском этапе в Краснодарском крае. Екатерина Исакова с подробностями. На старт. Внимание. Долгие и усердные тренировки, волнение, и вот он, момент истины, финал регионального этапа президентских состязаний. В него вошли команды 6 школ из Архангельска, Северодвинска, Мизенского, Вельского, Верхнетоемского и Устьянского районов. Сегодня школьники соревнуются в забеге на 60 и 1000 метров и прыжках в длину. Это очень интересная и увлекательная программа, которая специально направлена для спорта. И в этом очень хорошо развиваться, ведь спорт – это жизнь. Команда из Верхнетоемского района серьезно настроена на победу. Ученики Афанасьевской школы уже не раз побеждали в региональных состязаниях и представляли Архангельскую область на всероссийском этапе. Усиленные тренировки у ребят начались еще в апреле. Мы вас спрашивали у других команд, все команды говорят, что они готовились недельку-две, и то легонько. У нас тренировки начались еще, наверное, в апреле. У нас тренерша заставляла нас бегать по улице, под дождь, под все. Тренировались очень упорно и надеемся на победу. В региональном этапе 3 конкурсных направления – творческое задание, теоретические вопросы и спортивные состязания. Ребята в полной мере имеют возможность показать свои способности не только в спортивных достижениях, а и в теории, и в творчестве, что касается спорта. Надо сказать, что теоретический конкурс содержит вопросы, связанные с проходящим в Российской Федерации чемпионатом мира по футболу. Итоги состязаний будут известны уже завтра. 2 команды из села и из города будут представлять Архангельскую область на всероссийском этапе уже в сентябре. Екатерина Исакова, Денис Линчевский, Регион 29.